Добрый день. В октябре прошлого года я выкладывал видео с реконструкцией своего рекорда домашнего по 3x3. Прошло уже достаточно много времени, и вот пришла пора повторить. Как многие знают, я очень редко целенаправленно тренирую кубик 3x3, но в последнее время вышло достаточно много новых трешек, да, которые я тестировал, ну и соответственно крутил. И вот, решив докрутить 1000 на кубики MF3 RS3M, я, собственно, и поставил свой новый рекорд, который составил 1 секунды 5 сотых. Здесь хочу показать реконструкцию. У кого какие результаты будут по этому скрамблу, пишите в комментариях. Интересно будет сравнить, понимая, что мое время не является каким-либо удивительным. Но все же прогресс, и это приятно. Скрамбл следующий: D2, F', U2, L2, D, L2, B, L, F, R2, L2, B, R2, B, L2, B2, U2, L2, B2. И вот что-то такое мы сразу видим. Во время проинспекции я выполнил перехват X2 и Y'. Да, и сразу заметил такую конструкцию, достаточно удобную. Оранжевое ребро, зеленое под ним, красное рядом и вот синее на своем месте. Начинал сборку с белого цвета, как чаще всего делаю. Ну, опускаем оранжевое, ставим на место зеленое. Опускаем оранжевый до конца, красный выходит сюда, мы, опуская синий, его поднимаем наверх и, сдвигая два нижних слоя, получается, ставим вниз красное ребро, и крест собирается. Сразу видим такую трехпифпафную пару, которую я до сих пор делаю тремя пифпафами, хотя эти алгоритмы более оптимальные, но у меня так получается почему-то быстрее. Делаем один пифпаф, второй пифпаф, ну и третий не до конца. Выходит вот такая вот пара рядышком с перехватом вот таким. Делаем разбиение этой пары на трехходовку. Ну, я перехватил во время сборки, чтобы мне было удобней. И вот сюда вот задний слот таким образом загнал. Я очень долго пытался восстановить реконструкцию, у меня сразу это не получалось. Все из-за того, что вот с этого момента я сделал какое-то очень нерациональное движение. В итоге я перехватил дважды Y2. И вот в потугах загнать вот эту пару сделал U2. Да, туда, разноцветная, зелено-оранжевая. Разбил ее на трехходовку и в итоге загнал вот так. Когда я восстанавливал реконструкцию, я более разумно как-то все пытался это сделать, и у меня, соответственно, на скип не выходило. Ну, в итоге я понял, что делалось это именно так. Видим четвертую пару, сине-оранжевую, и она тут загоняется легко, стандартным методом, в задний слот. Ну и получаем скиповую рыбку. Просто ее делаем. Без всякого доворота кубик собирается. На всю сборку ушло 46 ходов, и со временем 1 секунда 5 сотых, ТПС получается 4,16. Да, это какие-то незаоблачные цифры, но это пока мое лучшее время. И причем кубик как бы бюджетный, MF3 RS3M. Да, у меня сейчас как бы для соревнований отложен кубик Даян 8. Удивительно, что рекорд случился не на нем. Но, тем не менее, это лучшее время. Кубик в итоге все-таки очень хороший. Да, хоть и не совсем мой стиль. Позволяет делать хорошие результаты. В том числе я на нем же, на этом кубике, обновил свою сотку, теперь она составляет 16,69 секунды, среднее время из 100 сборок, и что меня пока что радует.
Ну, скоро будут еще новые кубики, будем их тестировать. Дальше планирую пока все-таки покрутить Даян. Будет видно. Это вторая моя реконструкция на канале, кубика 3х3, и, надеюсь, не последняя. Скрамблы и реконструкции также будут все в описании, то есть можете также перемешать куб и собрать уже своим способом. Ну, если не трудно время, укажите, сравним. А на этом все. Всем спасибо, всем пока.